центре культуры «Родина» этим утром был настоящий ажиотаж. Сотни жителей и гостей Анапы пришли на ярмарку труда. От 57 работодателей представлено более 1500 вакантных мест. Для посетителей, которым трудно определиться с выбором профессии, работает консультационный отдел. Сотрудники центра занятости дают подробные консультации не только об имеющихся вакансиях на курорте, но и в других городах. Сотрудничаем с центром занятости города Санкт-Петербурга в оказании видеособеседований. То есть граждане могут заполнить резюме. Есть у многих проблема с составлением резюме. Мы можем помочь, подсказать грамотно, что конкретно можно дополнить в своем резюме. И мы пригласим на проведение скайп-собеседования, назначим дату и время. Проинспектировать работу выставки прибыла заместитель главы Анапы Екатерина Боровская. Она внимательно ознакомилась с предложениями, познакомилась с работодателями. Один из важнейших аспектов – это трудоустройство на летний период подростков, не достигших совершеннолетия. Хочу обратиться к нашим родителям, у которых есть несовершеннолетние подростки. Приходите также, вы получите помощь и возможность консультирования, возможность профориентационной работы, для того, чтобы ваш ребенок уже сейчас знал, кем он хочет стать в будущем. И что особенно важно, в летний период мы постараемся найти возможность также трудоустройства, квалифицированное этим деткам. С каждым годом количество участников ярмарки увеличивается. В этом году впервые участвуют представители учреждения «Военно-учетный стол». Здесь можно узнать все детали о прохождении военной службы. Мы разъясняем жителям, гостям города-курорта Анапа о том, где можно встать на воинский учет, вот, как можно оформиться на военную службу по контракту, где это можно сделать. Если есть вопросы от призывников, проводим вот эту же работу, разъясняем, что нужно для этого сделать. Всего ярмарку «Планета вакансий» посетили более 600 человек. Из них 36 с ограниченными возможностями. Они также получили консультации о возможности будущего трудоустройства. Такая активность говорит о высокой востребованности подобных мероприятий. Многие получили здесь возможность открыть для себя новые перспективы. Граждане, которые ищут работу, могут не только искать работу, но также получить консультации по заполнению резюме. Заполнить его здесь, прямо на месте, если вдруг они забыли его с собой взять. Кроме того, те граждане, которым необходимо повышение квалификации, могут тут же сразу получить консультацию по востребованным профессиям и повысить свою консультацию именно по выбранной уже специальности, потому что у нас кроме работодателей также представлены учебные заведения, которые оказывают такие услуги. По всем вопросам трудоустройства жители и гости города могут обращаться по адресу Анапа, улица Калинина, 12А или по телефону 8 861 33 402 38. Руслан Душевский, Анапа регион.